Пандемия коронавируса сильно ударила по сфере услуг. Рестораны долгое время были закрыты, а доходы их владельцев стремительно падали. Тем не менее, в такой непростой период бизнесмены нашли силы и средства оказывать помощь медикам, которые были вынуждены трудиться на износ. 4 видновских ресторана помогли врачам и медицинскому персоналу тем, что у них получается лучше всего – вкусной едой. Мы вместе с коллегами решили объединиться. Конечно, мы являемся родоначальниками этой акции, если ее можно так назвать. Но вот коллеги нас поддержали, и 3-4 ресторана объединились, и мы решили поочередно кормить врачей. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук за активную работу в период пандемии вручил благодарственное письмо владельцу ресторана, предпринимателю Максиму Арапову. Очень здорово, что у нас есть предприниматели, которые, в общем-то, самим было непросто. Некоторые вообще закрылись, некоторые работали чуть-чуть, самим, что называется, попродержаться. Но они находили возможность помогать людям. В течение 3 месяца видновские предприниматели обеспечивали горячими обедами врачей, работавших в красной зоне. Как рассказал Максим Арапов, в приготовлении блюд принимали участие около 10 его сотрудников. Всю еду в видновскую районную клиническую больницу привозили обязательно в масках и перчатках. Перед упаковкой все обрабатывалось санитайзерами. Каждая порция была в одноразовом контейнере, приборы также в индивидуальной упаковке. У нас такие сытные обеды, то, что их хватало уже и на ужин, а кто-то говорил, что это хватает и до завтрака. Поэтому делали все достаточно сытное и добросовестно. В рамках проекта «Волонтеры 50» депутаты посещают предпринимателей Московской области и награждают благодарственными письмами за оказанную помощь в период борьбы с пандемией коронавируса.